Мы вас слушаем. Вы же подходите к нам. Снимать здесь нельзя. Объект режимный. Мы просто ждем людей, которые здесь письма должны сдать. Сдать? Да. А вы зачем? Мы журналисты. Работаем. А это вы вызвали, да? Патруль? Нет, зачем? Сами вы здесь поехали, да? Верно. Они к нам должны подойти, да? Да. Да. Вот они ждут кого-то. Порядка. За митинги. Здравствуйте. Здравствуйте. В чем дело? Что случилось? А вы кто будете, ага? А вы кто? Вы пришли в гости, не мы. Нет, вот в данное время мы сейчас стоим на тротуаре, подходите вы. Что? Вы же снимаете объект. Вы же должны представиться, ага. Я вам еще раз объясняю, режим на видео нельзя снимать. Уберите камеру. Короче, сейчас надо вызвать полицию. Пойдем, вызовем. Да вон они стоят. Мы что делаем? Мы же работу свою выполняем. Вы не представились, ага. Я же вам представился жить. Нет. Как вас зовут? Достаточно один представился, хватит что-то. Здравствуйте. Скажите, почему вы пришли сюда? Причина заключенные. Их избивают постоянно. Зовут вас пытают. Как? Меня зовут Марина. Фамилия как? Мищенко. Угу. Моего брата постоянно, брата всех заключенных, кто находится в Казахстане, по России, везде. Постоянные пытки, избиения, насилие. Наши правоохранительные органы полностью бездействуют. Сидят на месте. Сколько не обращаешься, куда не обращаешься. Результата от этого никакого. Бумаги до них даже не доходят. Если дошли, бумаги ложатся в урну. Открыли, распечатали, выкинули. Все. Никто не знает об этом. Мы сколько поднимаем этот вопрос? Ходили уже в Нур-Отан, в МВД, в прокуратуру, везде. Сейчас вот сюда, вот зачем пришли? Что требуем, чтобы прекратили пытки. Они как палачи натуральные. Написали письмо, да, в КУИС? Писали письмо, мы писали. Нет, везде. Все отдано письмо, уже. Да? Все, документы, все переданы. Результата от этого нет никакого. Никто не действует, не реагирует. Им абсолютно без разницы. Все предоставили, все документацию. Мы просим, чтобы прекратили пытки. Этого продолжаться больше не будет. Осужден был на 10 лет. 77 по приезду. У вас есть в руках там какие-то сотовые фотографии? Предоставляют сегодня, будет буквально готовы все анализы. Что там? Наших родственников, наших детей. 2 часа на... МВД. Женщина там выходит, мы должны заходить. Виктор! Звук, музыка. Выходим. Вы что-то нарушили? Ничего абсолютно. Я не знаю даже. Почему вы задержали? Не знаю причину задержания. Ну, у нас так делается в Казахстане, видимо. То есть нам сейчас не объясняют, почему нас задержали, на что мы имеем право согласно уголовно-процессуального кодекса. То есть я имею право знать, за что я задержан. В чем суть? Скажите, документы все в порядке, да? Документы все в порядке, да. Я задержан. Сейчас мы хотим этот факт установить, проверить документы. Были вы раньше, участвовали вы в митингах или нет? Кого вы хотите? А так ничего. Женщина. Так вы, у вас вот это основание митинг, что ли? Да. Так вы что, видите толпу, транспаранты? Понимаете, были несколько таких. Санкционерные, ну? Поверните, пожалуйста, лицевые. Вы гражданка какой страны? Россия? Сейчас, минутку. Сразу с Малина направо повернулись. Уроженко. Девушка останется, вы выезжайте. А? Вас никто не держит, девушка останется. А за что? А? За что? За плакат. Какой плакат?
А? Пойдем, надо девушку вытащить. Ставить. Девушка, вот мы только что запись видеокамеры смотрели, да? Там было указано, вы держали плакат с акцией. А? Плакат? Какой плакат? Найдите при мне плакат. Вы его передали, вы его передали. Кому? А? Кому? Вот мужчина, который ушел. Какой мужчина ушел? А? Я вообще одна. Вы не заметили? Я вам не говорю, что у вас, что у этого мужчина возле вас. Я вам не говорю, мужчина, которому вы передали плакат. Я никому не плакат не передавала. Ладно, ничего. Хорошо, здесь сейчас руководство сейчас приедет. Будем ждать. Одно плакаты? А? Передала она, передала. А? Шляпка, которую мы... Шляпка, где он? Он у нас. За что вас задержали? Да ни за что. Мимо шел. Все. Посмотрите сами. А где вас задержали? А, смотрим, ничего нету. Что тут? А? А, ну ты милый. Вы ищете по карманам плакат? Ну это же бумага, ее же легко. Все, соберите. Саша. Получается, незаконное задержание, превышение должностных полномочий именно с вашей стороны. Мы ничего не превышаем. Как вы не превышаете полномочия, да, ради? Вы нас задержали, не объясняете причину задержания. Выступило, знаете, я знаю. Поступило вот этот Мерседес. Ну и что? Какой Мерседес? С плакатом. Кто? Мерседес с плакатом? Вот на Мерседес сели. Сейчас руководство подъедет, минут 5, подождите. Да зачем нам ждать ваше руководство? Ну тогда проедем с Алматинского РУВД, там разберемся. Минуту подождите, сейчас разберемся и отпустим. Если отпустим, отпустим. Нет, тогда вы понимаете, вы меня задерживаете? Понимаем. У меня есть свои дела. Я, допустим, еду, вы меня задерживаете, не объясняете причин. Это сейчас называется незаконное задержание. Обоснует.